Кризисная ситуация, вызванная коронавирусом, охватила всю республику. Эпидемия ударила по всем сферам и, прежде всего, по здравоохранению. Но пока одни перекладывают ответственность на других, муфтия Дагестана продолжает оказывать посильную, безвозмездную помощь медучреждениям и нуждающимся в республике. На этот раз представители духовенства посетили Цунтинский район и Бештинский участок. В центральной больнице в селе Кидыро они передали кислородный концентратор и медикаменты на общую сумму 370 тысяч рублей. А Бештинской клинике также привезли лекарства и медицинские маски. Необходимо было, как раз мы нуждались, очень остро нуждались в кислородном концентраторе. Хотим выразить огромную баркала лично муфтию Ахмад Хаджи Афанди за то, что не забывает нас. То, что муфтият оказывает такую поддержку для населения Дагестана, то, что они с народом, это большое, великое дело. Помимо помощи людям, которые находятся в красной зоне, религиозные деятели погасили долги местных жителей в аптеках селения Бештан.